Мексиканская революция 1910-1917 года – период в истории Мексики, во время которого в стране шла гражданская война. Началась как восстание против диктатуры Порфирио Диаса и закончилась принятием новой конституции. Потери среди населения за период гражданской войны, по разным источникам, составляют от 500 тысяч до 2 миллионов человек, при этом население страны на 1910 год составляло 15 миллионов человек. В мировую историю она вошла как одна из самых кровопролитных гражданских войн. Мексиканский народ был недоволен режимом, который установил президент Диас, и под руководством Франсиско Мадеро начал революцию в ноябре 1910 года. Уже в мае следующего года господствующий режим был свергнут, Диас бежал из страны. В октябре 1911 года президентом Мексики был избран Франсиско Мадеро. На этом беспорядки в стране не закончились. Группа повстанцев во главе с Эмилиано Сапатой и генералом Викториано Уэрта в феврале 1913 года организовала восстание и свергла Мадеро, провозгласив, что он предал идеалы революции. Новым президентом стал Викториано Уэрта, но и это устраивало далеко не всех мексиканцев. Очередное восстание организовали Сапата, Франсиско Вилья, Венустиано Карранса и генерал Альваро Орегон. В гражданскую войну вмешалась Германия, которая поддержала президента Уэрта, и США, которые хотели навести порядок в стране. В 1914 году наступил переломный момент, в Мексике произошла смена президента, войска восставших заняли столицу Мехико. В декабре 1914 года состоялась встреча лидеров разных повстанческих отрядов, Карранцы, Орегона, Сапаты, Вильи, но им не удалось договориться. В 1915 году Карранса был избран президентом. В 1916 году повстанцы напали на американский город Колумбус в штате Нью-Мексико, США, в свою очередь, снова ввели войска в Мексику. Наконец, 5 февраля 1917 года была принята новая конституция. Война с повстанцами продолжалась еще несколько лет, но крупных восстаний уже не было.